Так что наши бойцы тоже нормально. И вне зависимости, поддерживают наши болельщики нас или не поддерживают, мы идем вперед. И кто-то болтает, кто-то делает дело. Разочарован ты вот этим? Нет, я никого не разочарован. Просто я вижу, как американцы поддерживают своих бойцов, как бразильцы. Посмотри, когда в Бразилии ты выходишь, я дрался в Бразилии. Наши многие бойцы дрались в Бразилии. Они сами могут вам это подтвердить. Какую поддержку чувствуют бразильцы и какой напор будет на бойцов, которые приехали как бы в гости к ним, да? Они на самом деле проиграл, выиграл Райан Сет, они до конца за своих топят. И у нас, знаешь, я заметил наших болельщиков, скажем так, гнили, да? Как только наши бойцы проигрывают, или там у человека что-то не получается, сразу наших начинают гасить. Там, мешок. Да, или еще что-то. Это не просто там один день услышал, говорю, я уже 6 лет в этом спорте, и я вижу разницу. Я дрался в Америке, я дрался в Канаде, я дрался в Украине, я дрался в Бразилии, я дрался в СНГ, здесь почти во всех странах. И я смотрел, и по своему опыту скажу, что таких болельщиков, ну, наши болельщики это самые худшие, я так считаю. Потому